Кимчи очень популярно у нас еще было при СССР, постсоветские времена, также и сегодня. Но хочу сказать, не только любители покушать это корейцы, но все народы, которые проживают на территории России и в прошлом СССР, те, которые дружили с корейцами, они просто не могли не знать про это блюдо. Оно такое считается интересное, полезное, вкусное. И помимо того, оно специфичное. Традиционное основное корейское блюдо. Это я помню с детства. Это было целое событие, когда солится, моется, готовится специальная приправа для того, чтобы приготовить кимчи. Основная это капуста пекинская. У нас мы не делали кимчи из белокочанной капусты, скажем так. Ну, в нашей повседневной жизни кимчи это просто самое главное и самое важное, наверное, потому что мы с рождения были просто приучены, что кимчи должен быть на столе. Вот. И просто оно, когда кимчи иногда вот забывали выставлять просто с холодильника, сразу был вопрос, а что, больше ничего нету кушать? Добрый день, друзья! Сегодня я вам покажу и расскажу, как жарить рис кимчи по кимпап. Начнем. Оливковое масло для начала. Сначала мы обжариваем свинину. Разбиваем палочкой. У меня кусочки мяса и кимчи, чтобы все хорошо прожарилось. Сахара 5 грамм, мясная приправа 3 грамма. Так, что у нас здесь еще? Перца поострее, чтобы было все это. Это сахарный сироп. Рис 100 грамм, убавим огонь, чтобы все не сгорело, пока мы мешаем. Теперь все мы это до однородной массы перемешиваем. А, лук забыли, аккуратно. Приятного аппетита!